Пипак. Главное не заразить рак. Пак настолько плохой или что? Настолько раковый. Ну, хз, он только немножко раковый. Кальдар. Блин, я забыл, чего? Там локальная есть? Ну, буквально один вопрос. А, раунд локальный, все, я понял, да. Ладно, пофиг. Окей, тут больше одного раунда. Я понял. Оу, щит! Это будет мощно. Так. Окей, первая стадия. Всем и первая стадия. Overwatch. Игры в три слова. Игры свежак. Орудие битвы. Аниме раз. И одинокие сериалы. Вот если в орудие битвы не будет просто модно, я личку в Дискорде чекну. Да, я видел, окей. Окей. Итак, кто начинает? Сейчас. Стоп, после или до? Да, после. После, окей. Так, начинай. Кто слился в прошлый раз больше всех? Угадай. Ребята, почему? Я не помню. Я всего лишь нули ушел в конце. Ты второй раз забываешь. Ну давайте, конечно же, аниме за 500. Моя любимая тема. Ушли в портал держать за руки, поцелуились. Бук слишком прогрессивно для американского ТВ. Окей, это ироничная тема. Кора. Персонажей назвать надо. О, фак. Кора и как ее там? Аяма, Аяна. Ты не помнишь? Я не помню ее имя. Блин, ну... Дует там. Дует! Окей. Ну как-то на А там было, по-моему. И это человек, который меня уговаривал смотреть Кору. Да. И естественно, Асами, я почти угадал. Почти. А Яна и Асами. Да, ну конечно, аниме 400. Вам кстати, кот в мешке. Этого кота можно оставить себе. О, здорово. Кто здесь больше всего любит аниме? Все Мария, аниме с Виктор. Нет, Сапнайп. Кальтер, окей. Он знает лучше аниме. Про Бани, да? Так. Название этого аниме переводится как «Белая коробка». Что? Окей, это... White Box? Это не ироничный вопрос. Это гребаный расизм. Блин. Кальтер, короче, скажи это. Я тебе что-то завис. Окей. Ты даже не можешь. Только не говори, что ты пытаешься вспомнить. Не. Святой источник. Святой источник называется. Святой источник, это не просто бутылка рядом стоит. Оооо. Окей. Чё-то добьём эту фигню. Аниме за 300. My favorite аниме. Это мемы. Ануме. Ты очень помог нам этим. Это рандомный ник в Дискорде, а не мемы. Амумо. А, да, это инсайт вообще. Окей, сорян. Блин, ладно, я верну. Честно, я бы пошутил. Может, лучше всем сразу очков даже. Я бы пошутил про Core in the House, но... Ты с этим подожди пока. Аниме за 200. Мемный бест аниме-сериал. Оу. Core in the House. Просто... Сам себе попал. Это моя шляпа, которой у меня нет. Калькилейтед. Так, аниме за 100. История о лысом мальчике-сироте, последнем из его клана. Боже мой. One Punch Man. Золотая бенда. И... Лысом мальчики! Да, фак. Орудие битвы, нам нужно проверить. So мощно, орудие битвы за 500, откуда оружие? Мне даже не прогрузилось, я готов кликать и говорить. Кликайте, пока пауза, кто быстрее там, перекликивайте. Блин, я... Нет, это не может быть она. Ну... Это игра инди. Даст.
Серьезно, он там такой разве? Да. Блин. Там разве был именно такой? Да. В смысле, там нет, там были эти штуки, я точно помню. Там лезвие, да. По-моему, ну ладно. Орудие битвы за 400. Опять же, откуда оружие? Кальтер. Пейнкиллер. Оу, щит. Блин. Блин, перекликал меня. Орудие битвы за 300. Откуда оружие? Ой, ну даже не знаю. Да почему, блин? Да. Fuck yeah! Перепорт Виктора. Я бог. Понял, он научился опустить контроль. Да-да-да. Орудие за 200. Это я знаю. Mortal Kombat. Смертельный бой. Кто это локализировал? И орудие за 100. Синий экран. Counter-Strike АПП. Counter-Strike Course. Ответ удар. Ответ сюда, блин. Игра «Свежак» за 200. Продолжение этой серии в этом году выпускает эпизодично. Хитман. Блять, точно. Хитумен. Потому что и Виабул. Потому что, да, Виабушник. Игра «Свежак» за 500. Деревня-симулятор по типу Harvest Moon. Я забыл, кому. Блин. Кальдер. Деревня-симулятор, наверное, там, не знаю, как... Комбайн симулятор 2016, там нет. Германский курс. Сразу по Bugs Bunny симулятор говорю. Да, Harvest Moon, типа. Блин, я знаю, что она, это, она, она вроде даже в Вифлисте есть. Да. Ай, не оно. Окей. Игра «Свежак» за 400. Новая раса во второй баннер саге. Сюда по Артёма. Сюда по Артёма. Кентавы? Да. Я в него даже не играл еще. Игра «Свежак» за 300. Вам достается вопрос о всем. Ставка «Виспанчер» номинал. Виктор, делайте вашу ставку. Серьезно? Ты можешь перебить, да, и отвечать на вопрос. Ты можешь сказать пас. Ты можешь сказать пас, если не хочешь. Если не хочешь, да, пас. Ставка Виктора 400. Играет Виктор за 400. Оу, oh, щит. Единственный ковенант Dark Souls 3, в который невозможно вступить, если совершить определенные действия, не убивая НПС. Оу, щит, оу, щит. Виктор. What up? Пипельная, наверное, какая-нибудь херня. Как там это? Ashen One. Пипельница. Там даже нет такого ковенанта. Ну, не пипельная, не помню, как называется. Mount Makers, Mad Фантомы. Полная параша. На самом деле вопрос сложный. У нас человек, который знал этот ответ, не смог ответить, потому что вопрос такой. Ты просто... его перебил. 4x. Да. Че это за параша? Этот, Stellaris. Здесь список предлагает? А, это не свежак. Да. Так и Crusader вроде не совсем 4x. Я хз, я не шарю. Парадокс стратегии. Ну, наверное. Че, Сиричи напоследок самое интересное? Так, назовите Dota Cosmos консольная. Че? А, что мы должны назвать? По тегам назвать игру. Игры в три слова. Да, игру назвать. Игры в три слова. Консольно! Окей, да. Что-то прорвало. Что-то тоже взорвался. Погоди, можно на паузу? Окей. Я говорю тебе как человек, который играл в Awesome Nauts на Xbox у Жирного и на PS4. На пике. И на пике. И вот честно... Консоли нихуя не обновляют, и там никто не играет. Ну? То есть единственное, что у них консольное, это управление. Все. Ну, хуй не ответил. Ха. Ха. Насифу ретейн дайсанген. Сасанген. Сасанген. Это, короче, да. Сложно. Это, вы не ответите. Это аниме. Анта бака? А, я даже понял, ты которая. Ты понял, почему носы? Да. Ну, даже я понял, почему носы. Но я бы не назвал. Так, снова вопрос от Соло. Делайте ваши... Бля, ставки. Мне надо! Ты открыл этот вопрос, как бы. Ты по-любому номинал ставишь. Ты не можешь отказаться от него. Да меня никто и не переплюнет. Вообще, блядь. Да. Ворота, нитро, ворота, полет. Нитро, полет. Полет — это продвинутый левел игры в эту игру. Ну, слышь, что за подсказки? Страйк Вектор? Так все видно. Нет.
Попробу... А попробовать можно, не? Нет. Ооо, блядь. Потому что сколько мы не играли, у нас полеты нихера не получились. Просто совсем вы что-то. Давайте. Давай легкое. А, нет, окей. Сериалы за 300. Я пиздец как в Голося рубил, когда он с двух мечей северян рубил. Чё? Игра престолов? Персонаж назвать надо. Ох, ебать! Ну, блин, скажите мне, Джон Сноу? Нет. Ну, охуенно. Блин, я до сих пор не включил опцию, чтобы у меня ответ показывался до того, как я проверяю. Блин, не мог. Ладно. Сколько истребителей было? Это знать надо, это классик! Сериал за 200, они являлись антагонистами последнего сезона South Park. Oh, shit. Бля, 2016-й, последний сезон South Park. Реклама. Ах. Вот это джоук. Сериалы за 100. Откуда музыка? Друзья. Кто-то сломал. Этот день настал, он сломал этот комплекс. Это вообще, кстати, это делал не я сейчас. Это делал я. Так, ладно. Сериал за 400. Греческий бог войны. Сериальный, видимо. Сериальный? Ну или, не знаю, или он... Арес. Наверное. Вот. Тебе не насыпят, чувак. Я не знаю, к чему отсылка, поэтому не насыпай. Это вообще странно, почему, ну ладно. Я сам не знаю, к чему отсылка. Мы тут добиваем это дерьмо. Сериал за 500. Видите сериал? По... Окей. Ведьмак. Ведьмак. Ну ладно, засчитано. А, надо было по поиске, да? Звездная принцесса, ученый. Чё, блядь? Правильно. Я думал, что... Вот я хотел сказать, но... Я тоже, я все крутил в голове, но нет. Игры в престолов за 100. Пакеты, кнопка, пауза. Рили... Пакеты? Тардия? Блин, окей, вы слишком мало в этой игре. Слишком мета. Кальтер. Тардия. Битардия. Вопрос подставлен, сука. Овервач за 300. Парочка из австралийского Джингертауна. Персонажи. Роудхог и Джанкрет. Верно. Бест персонажи, блядь, чё? Мех. Овервач за 400. Эта способность убивает мгновенно, но время ее подготовки зависит от хп противника. Хайнун! Хайнун. Овервач за 500. На этой карте можно найти скафандр Винстона. А там есть карты в космосе? Не помню. Нет. Нет. Гибралтар — это космодром, кажется. Или я ошибаюсь, я не помню. Вероятно, за 200. Он уже в космосе, а там можно оставить. Тема ёба-трейлера с космос 200. Кальтер! Из этой дела! Вот знаешь, у меня моральный выбор. Тема намекает на тебя? Но с другой стороны, у нас Бакс Банни молчал. Я не молчал. Жопа. Окей, Фростморн и Эрика Краузе. Новый Battlefield будет об этом назвать. Оооо, Первая мировая война. Ну, спасибо за 200 очков, хайп. Спасибо. Не за что. Overwatch за 100. И на этом Overwatch также появляется в Heroes of the Storm. Трейсер! Нужно было сказать жопа просто. Вот ну, да. Да. Короче, я не знаю, я могу перехостить, включить, чтобы у меня ответы показывались до того, как вы нажимаете, чтобы я мог еще подсказку дать по поводу вопроса. Или уточнить что-то. Забей. Окей. Здесь может быть ваша реклама. Вторая стадия. Общее близоёбство, ютуберы. Давно играл. Моба. Форм. И аниме-музычка. О-хо. И книжки. Ну почему опять я? Меня игра жалеет, что ли? Да. Тот, у кого меньше всего, тот стартует. Моба корм 300. Моба за 300. Тут парень, что загрузочные арты для дотки в ВК-3 рисовал. А также самый анимешный персонаж доты. Оу. Нет, я ее дропнул и в это говно не собираюсь. Правильно, идет на экране, такая...
музычка. Которая не грузится. Да, которая нет. Спасибо. Он настолько правильный, что... What the fuck? Это опенинг аниме. Кумка? Серьезно? Да. А ведь, кстати, да. Точно. Почему я знал ответ на этот вопрос? Задрот в доту. Я не ответил. Нет. Я знал, что с кункой что-то связанное такое вот. Где-то читал про это. И теперь мы ждем гребаный таймер. Ну да. Который не двигается почему-то у меня. Потому что мимас. Потому что. Ну пока мы не дослушаем до конца. Всегда минута. Слушай, а тут кнопка доступна, я могу нажать и ответить и срубить очки. Доступно, попробуй лол. Нет, не могу. No. Так, выбирай следующий вопрос. Моба за 450. Там остается кот в мешке, кота можно оставить. Ну я люблю котиков, я себе оставлю. Тема японского котика. А, ты же не отдал, окей. Отдаю себе. Козя! Узбульная серия ТРПГ для Nintendo, одной из иконовых особенностей геймплея является необратимая смерть персонажей. Ебу! Ну тут готов ответить! Популярная серия, догадаться можно. Готов ответить! Не ебу! Окей. Транслитон. Я знаю, да. Fire Emblem. Да. Убирается ли еще вопрос, Кальтер? Давно играл за 600. Вам за 600 кот пошутит. Это оказалось. Ща. Тема увлекательный спорт, стоимость 600. Эспорт! И дерьми, люблю котиков. Все коты попадают в Кальтера. Именно за это начисляются очки в бейсболе. Это надо было дать мне. Кальтер. Я же играю за баскетбол Кансура. Баскетбол, бейсбол. Нет, бейсбол, извините. За Трандла кто играет, вот тому надо было. Я знаю, за что начисляются очки. Кальтер, он же ему понравился. Кальтер, ответ будет? Я не ебу, там нужно до базы вроде как добежать какой-то. Ну, круг сделать. Нет. Да. Ну да. Это там нужно добежать до куда-то. Я докуда-то точно я не знаю. Достижение дома это технические. Добежать до базы. Да, можно в принципе засчитать, но база это другие вещи. Базы это которые стоят на поле, а то. Да, это ты захватываешь три базы сначала, потом добегаешь до дома. Ну короче, круг. Типа того. Окей. Ну в целом что. А почему лишние очки накидывают, мне вот интересно. Вот я тоже. В смысле лишние очки накидывают? Давай, Кальтер. Это, неужели Алмир? Оу, фак, я зачем нажал? Я не знаю. Алмир, чувак, Алмир. Блин, кто из вас говорит Алмир? Кто отвечает? Кто-то левый, да? Нет, Виктор вообще не знает. Я случайно нажал, блин. Виктор вообще не знает. Ну супер, я useless as fuck. Я даже хуже Кальтера теперь. Серьезно, не знаю. О, Вик, так вот почему Вика не отвечала. Вторая попытка создателей Heroes of Universe. Как называлась эта игра, которую они пытались... Ну, короче, сделали, я не знаю, это наша или нет. Страйв. Это говнище. Мы даже играли в нее некоторое время. Да, нормальный аутизм гейминг. Эксклюзивная для Windows 10 и Xbox моба. Уже нет, уже вроде ее... Я рискнул, Battleborn. Нет. Я рискнул, я не ебу. Давай, Хупи, давай. Гигант. У меня Windows 10 есть, но... Её вроде купил Perfect World, и теперь она не эксклюзивная. Да, всё равно будет везде. Вичпанчер, выбирайте. Давно играл за 450, определите игру. О, музыкальные вопросы, мои любимые, которых я не слышу. Тут же за. Dragon Age Origins. У меня даже не началась еще, блин. Нормально, я тебе отвечаю. Там что-то сказали, по-моему. Да, там сказали сразу. Enchantment. А, этот вопрос, все, я вспомнил. Так. Я ответил на него Гарри Поттер. В первом Ведьмаке за каждую выбранную женщину игрок получал в коллекцию это. Карточку. Почему женщина? Черт, я знаю это благодаря Артему. Следующий он вопрос. Этим хвастался. Давно играл за 750. Добывающая станция, на которой стартует действие Котор 2. А, не знаю. Пирогус.
Давно играл за 150. Комплекс, в котором происходит действие игры Half-Life. Уже отвечались. Black Mesa. Да. Не. Опередил говню. Я даже не пытался. Ну, самое интересное начинается. Да. Ну, блин. Что-то вроде там карбузишник. Ябошник. Ябошник. Я не помню. Ябошник. Нет, вам все хорошо. У нас только Серега, что уже близкие рядом. Там все в порядке. Ябошник. Сказала бы, что не знаешь, я бы поверил. Спаркач какой-нибудь. Так, что же... Толян, ты сам-то знаешь. Не, я не знаю, что это. Все, удаляй имя в стиле. Я попробую. Котикио Хитман Реборн? Нет. Окей, я вижу ответ теперь, и это вообще какая-то нишевая херь, которую у нас в Дискорде один чувак видел, кажется. А, и чё это? Называется тайтл Крихи Косяна. Чёрт! Я смотрела! Окей, второй человек, который смотрел в мире. Ну это вообще так, такая да? Очень странная. Я пушник! Блин, стоп! Я плечи забыла! Просто нет! У нас еще три после этого, я помню. Как каждый вопрос это выяснить. А если кто-нибудь нажмет ответ, потом будет это быстрее? Нет. Я готов с тобой пожертвовать. Кальтер. Спасибо, Кальтер, ты это заткнул. История Бакс Банни. Ответ неверный, продолжай. Он пытался. Ай, трай. У меня есть подозрение, но, блин. Там настолько ужасное качество. В этом тайтле, короче, строили стену. Строили стену? Да. Real Make America Great. Чувак, у меня есть одна теория, но чё-то... Нет, у тайтл про стену точно. А можно это пропустить вообще, этот... Этап. Эту тему, можно, да. Можно было бы, если бы не было бы кому ее отвечать. Так что слушайте нормально. Я не слышу, мне нормально. Юрий Бирс. Чё? Ну или пофиг, короче, если хотите, пропускайте. Решайте. Бирские медведи? Можно выбирать эту херню? Не, просто вы можете сыграть все остальные вопросы, я нажму следующий раунд. О, давай. А, так ты сразу бы сказал. Мы терпели. Книжки за 450. Герри... ХЗ. Да, да. Анта бака? Оу. Глубоко. Да. Книжка 600. Определите книжку по обложке. Ты издеваешься. Тебя готов учебник экран. Математики. Я в этом... Синий экран просто. Пауза. Определите книжку по обложке. А вижу я. О, я знаю. Ой, пауза. Это манга об этом самом, реинкарнации безработного. Чё? Чё? Чё, блин? Да, Ябошник. Да. Я читал ее просто. Название! А написано было, что... Давай, зачитай, ты же ябошник, давай, он написан у тебя. Я не знаю японское название, но на русском оперется как реинкарнация безработного. Блин, Обер, это правильный ответ? Я чё, ебошник? Сейчас загублю. На паузу поставили. Паузу поставили, да. Реинкарнация безработного. Да, это оно? Да, это оно. Окей. Окей, дай ему его очки, да. Да дали уже, да. Он ответил, я не знаю, это правильный ответ. Аниме-ютубер, последних работ которого больше популярность обрела серия о том, почему, короче... Блин! Сука! Ну, о, вообще, еще один ябушник обнимаю. Нет, у меня это в предложке постоянно. Сойеров какой-нибудь. Кто? Сойеров какой-нибудь.
Нет, английский YouTube. А знаешь, почему это у тебя в предложке? Здесь же... Блядь. Ну, я почему-то думала, что русский, ну ладно. Ютубер за 150. Раковый игрок, критик и комментатор. Ключевое слово – раковый. Английский? Слово? Тихо. Английский? Да-да. Кальтер. Это будет этот, как его, Логвинов. Ну, ладно. В прямом смысле. Хотя игрокритик, бля. Скраковый. Геймер-нёрд или как его там? Кто? Нет! Иди! Иди нахуй! Всё, нет, он годный. Я не смотрел. Да. Но вопрос стрёмный, пиздец. Блядь! Ну потому что раковый это типа... Я понял, честно. Они что-то сидят и понимают, я сижу такой, нихера не понимаю. Я сижу, мне насрать вообще. Погодите, можно я выскажу? Нет. Автор пака. Я желаю тебе этого дерьма. Ну вот это считаю, ну стрёмно, пиздец. Чувак, это не та тема, на которую стоило бы ходить. Ох, блин. Я выбираю. Я понимаю, но... Ну поэтому тоже, блин. Моралофазовство и все дела, но, блин. Ну, премия идет, алло. Да, почти, почти что я хотел. Вам выпало просто в целом, делать только что. А, я обязан. Ва-банк. Ва-банк. Ва-банк or no balls. Я иду ва-банк. No balls, абсолютно. Я иду в ва-банк, ну-ка, как я? А, по очереди. Окей, full balls. Игрокритик, ранее работающий на деструктуре, это из эскапист, теперь независимый при поддержке... О, блядь, я знаю! Стерлинг, стерлинг. Сука! Фэнк Гарри, блин, надо было болсы ставить. Джим факинг Стерлинг. Да-да-да. Ты, кстати, ты бы не пошел в болс. Ютубер за 600, аниме, ютубер, любящий ящериц, пихающий их в свои видео. Demolition D, он же известен как... Да. Как правый контрол. Дай-ка я сверну это говно и пойду-ка я катать в лолец. Автор рейджерского персонажа. Не, кинь. А, бля, там с номерами надо. Я хз. Вот номера я не помню. Так, лолец. Общее близоёбство. Если не учитывать Overwatch, первая игра в этой вселенной серии была выпущена последней. Что? Блин, тут вопрос построен так, короче, сейчас я... Типа самая молодая вселенная, да, типа по-другому. Да, окей, самая молодая вселенная. Ну да, я понял. Ну чё, будет чё? Warcraft, получается. Нет. Разве нет, Диабло? А, Диабло, Диабло, да-да-да. Старкрафт? Как? Я сказал только, что Варкрафт гений. О, лолец развернулся. Даже я не... сказал не Варкрафт, я сказал Старкрафт. А, вот, блин. Стоп. А, наоборот. Бля, мне казалось Диабло. Что, старший Диабло первый, первый Старкрафт? Ну вот, я и думал, что... Блин, я наоборот подумал, типа, раннее самое по... Окей, окей. Общее близоебство вопросов. Будущее. Паш, твоя ставка. Я не знаю, я чё-то... Be, don't be a pussy. Ладно. No balls. Давай, ва-банк or no balls. Да, отвалились давно уже. Моя ставка. 401, будь мужиком. Не, чувак, я уже... Почему 500 я написал 150? Что за параша? Сотнями. Я уже пытался... Да. Fucking параша. Дай, 601. Да нельзя здесь. Нельзя, увы, единицы. Да-да, эта игра говно. Напиши разработчику, пусть добавит возможность. Если бы можно было, это было бы... Я уже видел это, да. Меритесь, блин. У меня нет столько денег, чтобы тягаться с этим человеком. Поставил бы ва-банк, он бы вынужден был ставить ва-банк тоже. Назовите мне две игры, короче, первые две игры. Про детство близов. Про машинки и про серных лейтинг. Это ж просто. Вообще, да, это просто. Все зависли. Старкрафт и Варкрафт. Бедные машинки. Вау, рок-н-ролл рейсинг, я бы угадал. Викингов еще ладно, может быть. Я тут по-моему, бля. Рок-н-ролл рейсинг, я даже не знал, что у них было такое дерьмо. Было, и он довольно клевый. Смотрите, все аддоны Вова. Ну, шо.
Бёрнинг, Крусейд, Лич Кинг, Пандари, Катаклизм и... Дренор и Легион. Дренор и Легион, да. Ну, мог бы не подсказывать, блин. Да. БК ботл какая-то... Нет, потому что жирный. Ты понимаешь, который... я терплю жирного, который задротит Вовку и вот это времени. А сейчас еще и к нему подключился Зерцель. Меч Тириона Фортинга. Эш Брингер. Было же, кстати, в одном из паков. Нет. В одном из паков было. Фростморн был. Не-не-не, вот Эш Брингер был в одном из паков. В старых, первый раз, когда мы пробовали только. А, окей. Был. Самый главный чувак в Blizzard. Кальтер, давай шутку. Алмир. Я ожидал Габена, я ожидал Габена. И рыжая ковалет. Ну ща. Ты мне инвайт кинь. Бля. Ща доиграем. Книжки за 750. Короче, вот это. Скоро выйдет кино, что-то виабушное, анимешное, блин. От Спилберга. Так, американская сала ГГХикан там. Японцы на Бибоке? Это новая, это будет третья ваха новая, которая выходит. Это 100%. Книженция по вахе, окей. Какая книженция? Такая тема книженции. Игру делают вот по этой книженции, я уверен. Кинцо делают по книженции, похуй. Окей, страдайте. Мы же хотели пропустить. Оу. Ща. Ну я не смотрю опенинги, поэтому я не знаю. Так, давай кальтер бока на пинке. Да, я вон би на дне, поэтому я скажу, не знаю, тема Windows. Я уже сказал нет. Тебя вот здесь сидели. Я не знаю. Я, слава богу, не настолько левобушник. А, что-то не настолько, но левобушник. Я смотрю старые анимы. Я не смотрю их вообще, забыл, фибурки клятые. Так что, мы переходим в следующий раунд, а то... Там еще остались ниточки. Да нет, там еще осталось две из них, может, я что-нибудь угадаю. Тайтл 2003 года. Это многое говорит. Спасибо, что рассказал. Пошел. Тебе даже угадывать неинтересно. На самом деле нет. Этот... Фулметал паник? А, нет. Даже не близко, честно говоря. Вы меня не доводите, там было похоже. Может быть, я не смотрел. Тема, честно, была похожа и... Кино на табе. Тема была там похожая. Чё, страдаете или книга? Давай. Страдать. Ты говно. Аниме за 300. Тракториста. Давай, Кальтер, шути. Вы меня не догоните, Metal Gear Rising, там, не знаю, какой-нибудь пятый новый сразу. Не, не год, давай этих остальных. Кстати, ладно, потом скажу. Эксперимент Лейн? Да. Вау. Посмотрел. Да, сбоку от себя, да. Вик, ты же говорила, что ты не смотрел. Я знаю, блин. Я же задолбливали. Окей. Да, я? Да. Так. Окей. Серьёзно? Ну потому что я знаю, что тут, блин, по-любому никто не угадает. Просто силой мысли заставил человека. Систему! Я против денежной подачки. Так, книжки за 300. Именно это случилось с Геральтом в конце серии книг. Он умер. Он сдох. Как он умер? Ого. Крестьянин проткнул его вилами. Серьезно? Да, себе. Даже я думал правильно, надо же. Сасуга, ведьмак. Современный русский автор, короче, детективы, кто пишет, блин, каждый день. Донцова. Бегать забрать. Ну ладно. Ладно, один вопрос мы реально могли ответить. Третий раунд. Третья стадия. Содирать, что ли? Да. Да. Блять.
Steam 3 стадии Hearthstone. Какая-то малоизвестная игра в Steam, рандомные вопросы про игры, больше аниме. Аниме 2! Музычка. И все. Аниме 2! Аниме скрины! Дайте! Просто глаза разбегаются. Группа Machine Supremacy делает ракету по платформеру. Jetten Guns. Нет. Жаль. Платформер, да. Jetten Guns не платформер. Честно, не ебу. Вот это единственная игра, в которую я играл. И саундтрек не был охеренный. Жанна Систерс. Кто-то играл в это дерьмо? Нет. Не, я запускал. Малоизвестная игра в Steam. Концептуально интересная игра, экшен-адвенчер с элементами декбилдинга, где игрок составляет колоду вместо врагов, против которых сражается. Блин, я забыл название! Магика. Не, это какого? Там что-то Battle Magic, что-то такое говно. Вообще не близко, честно. Насрать. Hand of Fate? Да. Да, вот. Малоизвестный игрок за 800. Смотрел аниме-экранизацию, там похоже на Европу 20 века, девочки на танках, винтовки и кое-какая магия есть. Кальтер? Ваха 2К. Я бы сказал, что это Valkyria Tactics, но там нет магии. Valkyria Chronicles. Оу. Son of a bitch! Ну, а здесь книга за 600. Вопрос аукцион. Я бы купил за свои, со свой долг, но нет, не куплю. Ставьте ва-банк. Говно вопрос, чувак, говно вопрос. Ну чё меня не спрашивают? А чё меня не спрашивают? Я тоже поторговаться хочу. А, типа я... Играет вот тварь! Left 4 Dead во вселенной Вахи. Оооо, блин, это изи. Warhammer Wildemind, или как-то так он называется. Точнее, давай. Ну блин! Вспоминай! Ну на В начинается, и на... там еще R... Я не помню точно, там с крысами надо пиздиться. Ну да. Верментайт! Верментайт! Бля, ну ладно, реально засчитаете. Там название, хер пойми, как произносится, да. Молодец, не грустим за 200. Военка про тянок танков, а это военка про голубей, во многом и породившая жанр. Что? Это ты, блядь. Зашкаляет, если ты ответишь, я буду сомневаться в твоей ориентации. Hatoful Boyfriend, вот, да. Что? What the fuck? Теперь официально фэн-гей. Прояснить нам откуда? Есть несколько чуваков, которые вот просто это активно форсят. Это даже я знаю, что это за говно. Это у нас в комьюнити файтингов, блять. Но даже я выше этого, я просто промолчал. Да. Я хотел... Devolver Digital. Западная пародия на Dark Souls. Опять я не помню название, я помню. Это недавний? Самурайская параша. Нет. Salt and Sanctuary. Что? Нет. Нет. Вот этот. Который мы уже вторая остановили. Я обычная параша. Так я не помню, как он называется. Каждый раз сплю и забываю. Она выглядит так убого. Хрестон за 600. Назовите всех победителей турниров по Хрестону на Блэкборде. Их было 3. Чувак, смотреть Хрестон как и спорт. Габен, Алмир и Айсфрог. Ну, было бы близко. По РБ-то как бы можно знать, он выиграл первый чемпионат мира. Артузис выиграл. Это все очень глубоко. Хорошо, он за 200. Известно своим смехом. Это можно знать, блин. Кальтер? Сидеть за... Блин. Бенбро... Кто это? Это главный... Который... Это геймдизайнер Хардстоуна. Который превращает игру все больше и больше... В данном фильме. Оу, щит. Нахер это парашу. Кто-нибудь имеет болт? Не, только не в Оклахэс. Только не в это говно, потому что я не умею. В зависимости от азартных игр.
Габен. Габен зависим от нашей... как его зовут. Он русский или... Нет, нет, нет. Пай. Я знаю другого, который всегда играет там в покер, он Питер Пай! Его смотрит, но это не он оказался. Арк fucking golden. Короче, это нету, да? Нет. It's raining shackles. Рэкфул, даже не знал про такого. Так, окей. Да, мы немного засиделись в Хардстоуне, так что выбирайте за Шквар 1 или за Шквар 2. За Шквар 2. 3. За Шквар 2. Оу, щит. Имя человечества в No Game No Life. Вика, давай! Нет. Я смотрел, но я не помню. Я тоже не помню. Я не смотрел, но я знаю. Это габены. Просто такое парашное название для людей там дали, что... Манити, вот там фак. За Шквар 1 или за Шквар 2? За Шквар 2. Аниме скрин за 400, определите аниме по скриншоту. Передайте ему загрузиться. Вау! Это по рисовке можно догадаться, блин. Чувак, нет. Я бы шутил про Мадоку Мари. Стоп! Не она. Там отражение Виктора. Сука, серьезно? Виктор точно угадал! Дайте Виктору, он реально угадал! А как ты угадаешь? А, ну ладно. Дай Мадоку смотреть. Там реально. Я посмотрел всю Мадоку! Реально Мадока! Ну че не ответили, блин? Ну потому что я не уверен был. Я смотрел ее сколько лет назад. Ну вот все, обосрался. Все, обосрался. Пошел ты. За 600. Пошел ты, у меня 150 вообще. Веселый ферма. Если здесь есть супер... Если здесь... Веселая ферма, сука. Если здесь есть суперфинал, то пусть Кальтер будет в нем. Окей, я перед финалом ему дам очков. Отлично. Впервые за более чем 50 лет альбом японской группы вошел в топ 40 чарта Billboard. Собственно, назовите группу. Господи, я бы рискнул, но я забыл, как эта группа называется. Боку на пика! Нет! Блин, ты... Тут можно и, блин... Оооо, точно. Боди нету! Somebody help Buddy! Можно за 600, назовите музыканта. Просто это ехидная улыбка. Он даже не ответил. О, блин! Miracle of Sound? Я вообще не успел отдать. Ты, да не успел, да не поверю. Иди в жопу. Ну что, глубже, да? Давай, давай. What the fuck is this? Это Габин в молодости. Бля, почему все аниме на одно лицо? На одно лицо, окей. Мажор. Майор. Ну прям по его лицу видно, что он мажор там просто. Он майор. Аниме 2. Они рано, конечно, все равно пели нам песни в этом аниме. Чё? На там. У меня есть одна идея, Макрос. Да. Я помню только Макрос Дельта, но не Макрос F. Блядь. Оу, щит. Оу, фак. Сима, без ушки стоимость 400. Чувак. Ноубол. Кузя. У Кузи так минус почти 9 кусков очков. Коза. Блин, я хз, это по аниме или нет, я не помню. Не смею. Оу, щит, нига. Скалу игра про 4 волшебника. Давай, Кальдер, запускай, пожалуйста. Тихо. Пэйдэй 2? Нет. Хотя они там тоже волшебными вещами занимаются, столько спецназа убивают, сколько нереально. Мы с вами так это... Аниме за 1000. One Punch Man 2016 года тоже суперсильный и впервые представлен зрителям выхода из магазина с пакетом. Ongoing title.
Сюненчик. О, май, ты сбоку на Хира Академия. Аху, что это такое? Только не музыка, не надо музыку. Ну там не... Но у меня не аниме грузит. Аниме скрины, только не музыку, пожалуйста. Я не помню. Ну, давай паузу. Я не помню. Я даже не прогружено. Не, я не помню. Графин. Ну, я начал и не досмотрел. Вот видно, как... Саны, я бушник. Да дайте прогрузиться-то, ну. Вау. Цитра смерти. Вау. Я даже не увидел, но... Я так и не посмотрел. Блядь, не надо, не смотри, пожалуйста, смотри. не смотри. Я не спорю, что это, конечно, древний зашквар, но... Да кто говорит зашквар? Тот... Выбирай давай, срись за... Второго сезона этого ожидания аниме перенесли на 2017 год. Фури-кури. Нет. Не у факта. Как? Дело в том, что его не ждали, не, как бы... Она ждала. Ну, блин. Я ждала, я всегда ждала фури-кури. Титоса. Стоп, титанов кто-то ждет? Блин. Титанов кто-то ждет, блядь? Нет, я не смотрю это. Сколько в мире школьников? Я жду, чтобы не смотреть его. Дай Вики правильный ответ. Дай Вики правильный ответ, она дала годный ответ, по крайней мере. Блин, потому что один человек ждет, как бы не факт. Серьезно, его никто не ждал второй сезон, и он из ниоткуда появился. Рандомчик. Я всегда ждала. Злодейская игра от Obsidian. Как она называлась? Злодейская игра. Слишком общим звучит. Симулятор Габена. Серьезно? Тизер сайт был недавно там, где надо было на вопросы отвечать. Две мультиплеер игры про средневековое сражение, вышедшие с разницей в 2 недели в октябре 2012-го. Мульти. Chivalry War of the Roses. Верно. Назовите все игры серии Endless. Давай! Endless Space, Endless Legend, Dungeon of Endless. Верно. Мое уважение. Бля, их всего 3, мне кажется... Одном за 800. Пока 3. Куза! Тема и целые воспоминания, стоимость 800. Только посмею, ублюдок. Ты знаешь, что делать. Фу ты. Окей, проехали. Чё? Неважно, пофиг. Кальтер должен был сказать Кузя. Рано за 1000. В игре Divinity Original Steel был способ отшутнуть финального босса на заднем. Ой, блин, я не дошел до финального босса. Позвать Габена. Я так и не осилил. Дондудас. Задочка просто под ребро. Я дропнул ее с другом. Можно мне ответ не показывать? Какой-то бакс фикс. Ай, смотри, в чем суть. Лава была ваншот всегда. Мемный код на... Окей, это тем, кто смотрит стримы какие-нибудь, наверное. Ну, в принципе, догадаться можно. Какой-нибудь G2 Play, я не помню, как-то так. Тогда хз. Темпо. Варим быстрее, народ, темпо. Музыка за 400. Определись группу. Наслаждайтесь. Just give me a reason to get my я у кого-то слышу фоном, сделайте погромче, может, чтобы я послушал хотя бы. Fucking bullshit, I don't know. Fucking bullshit, I didn't hear it. Я слышал вот на это. Одинокий музач 400. Я тоже хожу, что же. Минус 9000. Заманчиво. И шикарно.
Успел. Ясно. Не знаю, гимн Габену. Да, да, да. Даже не пытаешься уже. Этот пак говно! Надо свой сделать. Я мулья, чего не мул, говне! Это... Чёрт! Ну, зовите автора. Что ж думает рыжая, короче? Наверное, нет. Я точно знаю, что это, по-моему, Dragon Force. Ну, кавер. Короче, надо было слушать, там автор кавера кто. То есть не исполнитель оригинала, а автор ремикс. А зато я знаю оригинал. Оригинал все знают. Не все. Сейчас мы не знаем, в 2018 не знаю Dragon Force. Тем более, Fire and Flames. Ну, ранее забыл. Довольно популярный чувак. Группа очень популярна, да и чувак. Варами или Гурфи? Варами, Варами. Видать, в моем Залупинске ее никто не слушает. Тем более не знать про The Fire and Flames. Я не знаю, что ни разу не слышал. Я не участвую в финале. Не знать песню. Я участвую! Так, сейчас у кого больше всего, окей. Финал, окей. Эй, ты не воскресил Кальтера! Напомнили бы. Я хочу первую тему, ребят. А последнюю? Либо первую, либо последнюю. Вот эти вот что-то между этими двумя. Вообще, от того, что вы сейчас... Я бы четвертую. Давайте так сделаем. Давайте так сделаем. Все идут ва-банк. Окей, окей. Я не хочу. Не, ну серьезно, чувак, автор уже намекает на то, что... Может, я в нем вообще? Тут написано, вопрос у всех. Я серьезно, может, я в нем? Ну, я вас их наебал. В принципе, ничего от этого особо как бы не изменится. Да, ну ты хотел ревнуть? Что, реально один вопрос? Ну зачем вливайте нахуй-то? У нас нету шанса. Окей. Where is now going back? Нет, или я наебал тут хуйня вопросы. Ставка. Все ва-банк. У меня даже на 2-8 не хватает, вы говно. Давайте, ставку сделал, все ва-банк. Не, давайте рили все ва-банк. Да блин, я уже нахерачил. Как меня зовут? Ах ты, Габен клятый, блин. Как у него там был... Фак? Не ник. А как его зовут? Не, ну Кальтер сделал под день. Нет. Только ты не думай, что я правильно. Чувак, похуй, ладно, сайт берет. Так. Эй, я не успел нажать Enter, черт. Пофиг. Ва-банк, окей. Классная ставка, Паш, ты всех наебал, ублюдок. Yes. Иди. Блин, да я попытался. Никто не ответил Джон Сина. Я не успел нажать Enter. Окей. Так. Еще одна? Что за четвертая? Это бонус? Это уже последняя стадия рака, после которого умираете. Это вот, когда у тебя башка взрывается. Это максимальная стадия рака. Передоз за аниме вот. Вы умрете. Мы воскресили Кальтера! Типа секретная тема. Оу. Ну ладно. Кальтер, это твой шанс камбэкнуться. Пиши Джон Сина. Оо! Never gonna give you up. Нет.
как бы... Я хочу еще ниже, я хочу еще ниже. Давай. Супер-секретный вопрос. Пускай... Пускай это будет секретный вопрос, да. А чё ответить будет... надо? Тема Nokia. Нет. Чё ответить надо? Супер-секретная тема, супер-секретный вопрос. СОС? Я помню музыку, но не помню... Да ёбаный сак. Музыка тут как бы не особо ни при чём. Рекрол? Ну типа, что является ответом на супер-секретный вопрос и супер-секретный тема? Супер-секретный ответ. Серьезно, это целая песня? Так я нахуй. Типа не понял. Я сначала не понял, да. Я дал максимальное количество подсказок, но... Я сказал супер-секретный ответ, но... Ну, супер-секретный ответ. Серьезно? Опа, кто камбэкнулся? Я камбэкнулся. Да, ты только после моей фразы. Я тебя вообще не слышал, честно. Я против, я даже не слышал. Я тоже против, давайте минус мне. Отлично. Давайте сольем еще... А, блин, не получится. Того победил у нас. Бич Панчер. Короче, победил Бич Панчер, а Рак заработал... Вот, блин, кто там, там... Эй! Нет!